Представляем вашему вниманию скоростной слайсер Speed Slicer. Революционный прибор, с помощью которого можно молниеносно быстро нарезать овощи, фрукты, мясо, сыр и многое-многое другое. Привет, я шеф-повар, меня зовут Тони, и я покажу вам, как работает Speed Slicer. Теперь можно очень быстро измельчить луковицу на крупные и мелкие кусочки, не проронив при этом ни единой слезы. Теперь можно молниеносно быстро нарезать идеальной соломкой все, что захотите. Благодаря ручному зажиму вы не порежете пальцы, а V-образный нож нарежет продукты с обеих сторон одновременно. Даже мягкие зрелые помидоры нарезаны идеально. Выбирайте одну настройку для того, чтобы нарезать баклажан тонкими ломтиками. Или же другую настройку, чтобы нарезать апельсин толстыми ломтиками. Или третью настройку, чтобы нашинковать капусту на кусочки среднего размера. При нарезании продуктов маленького размера я использую ручную воронку. Сдвиньте ее вниз по направляющей. Теперь наполните ее, сдвиньте и нарежьте. Нарезайте мягкий виноград десятками штук. Чеснок аккуратно, ломтиками, тонкими, как бумага. Всего лишь нарезайте, закрываете емкость крышкой и ставите в холодильник. Нарежьте свежую кукурузу и наполните ею емкость до краев. Нарежьте картофель кубиками для вкусного супа. И даже измельчите сельдерей для начинки. В комплект входит этот удивительный скоростной слайсер, зажим, ручная воронка для нарезания ингредиентов маленького размера, а также эта большая герметичная емкость с крышкой. И вы получите это по удивительной цене, указанной на экране. Если вы сделаете заказ прямо сейчас, то получите бесплатно эту вращающуюся скоростную машинку для очистки кожуры. Эта удивительная машинка поворачивается вверх в одном направлении и вниз в другом направлении.